Это город Филаково, и мы идем гулять. Я хочу вот сюда. Хочу сходить в замок. Раз я оказался в этом городе, тут есть замок. И пойдем искать вход в замок. Не знаю, где он, но пойдем искать. Здесь указатели стоят, куда нам на замок. Так, град. Куда? Значит, мы правильно идем. Вот по этой дорожке туда идти. И сейчас будет замок, в который мы пойдем. Ну вот мы уже входим в замок. Мы купили билет. Вот здесь вот сразу у входа. Купили билет 4 евро. Билет стоит. И идем смотреть, что здесь есть интересного. Дождик моросит, но он нам не мешает. Вот сразу здесь как входишь. Ну, здесь тоже парк. Скамеечки. Можно посидеть. Такая пушка. Прям на город. Не отсюда. Я посмотрю на всякий случай, что там. Там просто стена вот. Такая вот. Пойдем вовнутрь, посмотрим. Такие лестницы. Интересно, тут такой шаг. У меня такого нету, кто что-то такой длинный ходит. Крыша. А это что такое за игра? Интересно, я даже не знаю. Здесь, наверное, в картишки рубятся под пивко или под что-нибудь покрепче. 100 пудов. А, я понял. Тут у них местное казино. Урны, кстати, стоят. Средства дезинфицирующие. Вот сюда. Отсюда город видно. Тоже лестница, это вход, выход во двор. Выход во двор. О, ничего себе. Я думал. Не, ну мы сходим туда, посмотрим, что там такого интересного.
И тут что-то такое странное. Даже не понимаю, что это. А здесь фотографироваться можно. Но мне никак. Потому что я один. И народу здесь не наблюдаю. Чтобы попросить кого-то. Я не знаю. Может быть, просто, ну, местные-то уже что местным ходить? Они уже здесь 100 раз были. А приезжих, наверное, уж не так и много. Город тоже маленький, кстати. Пойдем сюда посмотрим, что здесь. Здесь типа музей. Надо читать, переводить, что это такое. О, это чьи рога? Главное, чтоб не мои были. Пойдем выше. Блин, ступеньки крутые. Как бы не свалиться. Этот замок, кстати, был основан в 12 веке. Потом его кто-то там захватывал, перехватывал. Там тоже окошечко, город. Вид на город такой. А это кто такой? Интересно. Такие украшения, кружки. Здесь уже обмундирование. Короче, я так понял, что в этой части замка сделан просто музей. Там кто-то ходит наверху.
Даже музончик там играет. Уже народ. Видно город. Можно историю по телевизору посмотреть. Вот так он выглядит, этот замок. Пойдем выше поднимемся, еще выше есть. Такой ружьишко. А выше уже нельзя. Или можно? А, здесь ремонт. Ремонт. Надо быстрее отсюда идти. Сюда нельзя. Тут какую-то дверь заметил. Оба-на. И выходим в какой-то двор. Пойдем сначала наверх. Там город, видать. Кстати, а он, оказывается, большой замок-то. Это вон еще туда можно сходить. А с виду он, кажется, кстати, не такой уж и большой. Вот тут этот балкон, который видно. Вот это откуда мы пришли вниз. А, ну теперь я все разобрался. Снизу это и не видно. Той части. Вот город отсюда видно.
весь. Филаково город называется. Словакия. Ну и замок просто Филаково так и называется. Обойдем замок вокруг. Ну типа на смотровой башне. Походу. Вот. Вот откуда мы вошли. Дальше некуда. Прикольно. Когда поднимался, не заметил, а вот сейчас спускаюсь, заметил какую-то надпись прямо на стенке. Выгравировано. Ну что, пойдем туда, посмотрим. Вот наверх. Что там? Попробуем подняться. Посмотреть, полазить. Короче, такая немаленькая крепость. Только здесь даже я со своим ростом подгибаться надо. Посмотрим. Вот мы чуть-чуть еще приподнялись. Вот там, откуда мы поднялись, зашли. Вот это здание. А вот там интересно, что у них. Клетки для пленных были. Пойти посмотреть. Входов-выходов. Вот вид на город опять же. Ну тут как бы все такое. Просто погулять. Хотя здесь вообще что-то такое. Вон тоже какая-то доска мемориал, черт знает, короче. Ну, словацкий язык, он такой, в нем есть похожие русские слова. Считать, например, у них, по-моему, цифры такие же. Короче, они все равно более-менее понимают. Ну, то есть не то, что более-менее, а вообще, как бы, ну, чуть-чуть понять можно словак, и они понимают русских. Что-то спросить, короче, у них можно. Там отсюда вот город.
мне, хотя там вход еще, сейчас бы полез бы, блин, по стенкам, а там спокойно есть же лестница. Можно подняться. Ну тут такая скользкая. Блин, можно и упасть. Как бы как тропинка. Я почти на вершине. Туда бы что ли забраться? Как бы получается, и все, весь замок, ну в принципе интересно. Так, а вот, о, я там еще не был, вот именно вот там сейчас пойдем посмотрим, что там. Что-то я запутался. Да и оказывается, я аж отсюда и пришел. Был я здесь. А я тут. Что еще не все увидел. Ну что сказать, если кто-то, вот, например, как я проездом в этом городе, то в принципе просто зайти и посмотреть. Ну, можно. История там, ну, правда, просто я не понимаю их языка, поэтому историю не почитать. А так, ну, в музее там есть что посмотреть. Да и так вид на город тоже красивый. Докунуться в древние века, побегать здесь по полянам. Также с детьми прикольно, наверное, да, побегать, погулять. Просто... посидеть там, я не знаю. Ну просто провести время. Сходить можно. Мне все интересно было. Что там за клетки? Типа тюрьма что ли была у них? Колодец. Он глубокий. Я вам скажу. Очень глубокий. Я думал, там ерунда. А там он. Не знаю, может здесь будет видно. В том вода была. Яма для узников. Стена. Интересно.
И все. Я прошел мимо сначала. Теперь стало интересно. Что за колокол? Здесь вот книга жалоб, пожеланий. И, кстати, пока я вот сейчас тут гулял, ну, чуть-чуть прогулялся, народ пришел. Кстати, не, ну, так, нормальненько пришло народу.